речку с телефоном. На стенку входит еврей. Здрасте. Ой, масло есть растительное масло. Да, есть. Так дайте мне, пожалуйста, на 5 копеек растительное масло. И позвольте мне, пожалуйста, поговорить по телефоне. Еврей, получив масло, отправляется к телефону и немедленно звонит. Павел, пожалуйста, запишите меня номер 44-303. А, да, торговый дом Зильберман и Павел. Так. Зильберман и Павел, да. Это кто такой, а? Кто? Торговый дом Зильберман и Павел. А, кто такой? Родильный приют. На то, что мне извините за выражение родильный приют. Что у меня такое родильный приют? Пусть дайте отстой. Павел, вы на самом деле со мной шутки тускуете. Я вам прошу, запишите меня номер 44-303. Торговый дом, Зильберман и Казачева. Чем другом мне ни с тому, ни с ему дает, извините, выражение родильный приют. Значит, вам надо родильный приют, меня не надо. Дайте мне, пожалуйста, 44-303. Ну, скоро. Что такое? Торговый дом, Зильберман и Казачева. Что? Что такое? Курыщевич? Какой Курыщевич? На что меня пустите? Не чувствуйте? Я не хочу Курыщевича, на что меня Курыщевич? Дайте так масло скорее отбой. Что вы со мной так и делаете? Я вам прошу настоящим русским языком. Дайте мне дороговый дом. Зильберман и Казачевич. Вдруг на меня ничего не сказал, дает извините за выражение Курыщевич, но что мне пауза? Ну, пожалуйста, представьте, что вас соединяете уже. Что такое там? А? Что Павечевич? Павечевич, здравствуйте. Это я, Павечевич. Здравствуйте. Слушайте, Павечевич, что вы делаете, а? Что? Моете голову? Слушайте, Павечевич. Что у вас так воняет из роты? Так, хорошо. Где же вы купили эту дорогую речку? Там! Слушайте, Павечевич, так я вам хочу что-нибудь делать, одно маленькое предложение. Слушайте, Павечевич, у вас есть два дома кукурузы. Что такое? Ваша жена не в парадке? Что значит, она не в парадке? Она ругалась с прислугом? Почему она ругалась с прислугом? Что такое? Она его лопнула в две стаканы. Что это значит, она его лопнула в две стаканы? Какие стаканы? Вы что, не что-то пушки? Я вам хотел... Пусть я ничего не понимаю. Какой институт? Какой старый? Что такое? Что это отвлекает? Слушайте, вы мне делаете право сумасшедшего. Я не могу больше выйти. Дайте от твоего сказать. Все, все,